Привет, на связи Мишка ученый. И сейчас я предлагаю тебе пройти небольшое испытание. Ты должен ответить на 15 сложных вопросов. Ответишь быстрее всех, я попрошу Гуф-Гуфа, чтобы он тебя добавил в друзья. Ну что, начнем. Первый вопрос. Кто создатель игры Bisfarm Simulator? Сложно? Нет? Ну, тогда лови следующий вопрос. У какого медвежонка бесконечные квесты? Ну, на этот раз вопрос уже посложнее. Ну окей, я думаю, ты справился с этим заданием. Слушай следующий вопрос. Сколько амулетов ты можешь достать в игре? Хорошо, я думаю, тебе не составило труда посчитать количество амулетов. Давай перейдем к следующему вопросу. Мне кажется, большинство из вас встречались с таким мобом, как Афид. Очень часто этот моб вылазит на поля в разных обликах. Выберите монстра, которого не существует. Хоть и афиды кажутся очень редкими, но мне кажется, что ты каждого из них уже встречал в игре. Если ты кого-то не встречал, напиши об этом в комментариях. Итак, следующий вопрос. Он будет немножечко сложноватый, поэтому я выделю для тебя больше времени, чтобы ты успел подумать. Слушай внимательно. Сколько магазинов существует в Bisfarm Simulator? Магазины считаются те локации, где можно что-то покупать. Как вы знаете, в игре существует очень много разных яиц. И одним из самых редких яиц это вот это яйцо Star Egg. Его очень-очень сложно достать в игре. Это яйцо вам дает любую одаренную пчелку, которую вы еще не одарили. И сейчас вопрос, правда ли, что если вы соберете всех одаренных пчелок и используете это яйцо, то вам выпадет одаренная ивентовская пчелка? У меня на складе есть очень-очень много большой вкусной клубники. И сейчас я бы хотел эту всю клубнику скормить своим пчелкам. Смогу ли я одарить с помощью клубники демон-пчелку? Хоть и пчелка красного типа, она не любит клубники. Ее любимая еда это ананасы, и с помощью ананасов ее можно сделать только одаренной. Следующий вопрос у нас такой. Я беру обычное яйцо, самое-самое обычное, которое вам дают на старте. И смогу ли я с помощью этого яйца достать мифическую пчелу? Сейчас я вас удивлю. Да, есть шанс, что вы можете достать из обычного яйца мифическую пчелу. Но шанс настолько маленький, что если вы вдруг достанете мифическую пчелу и кому-то это скажете, то вам никто не поверит. Будут говорить, что вы врун. Переходим к следующему вопросу. Я вчера фармился на ананасовом поле и с помощью цветочков я выкопал глиттер. Такое может быть или нет?
Как по мне, то этот вопрос был слишком простой, поэтому я решил, что отыграюсь в следующем вопросе. Все мы знаем, что ивентовские пчелки – это такие пчелки, у которых нету любимой еды. Их можно одарить с помощью стар-печеньки. Вопрос: можно ли как-то одарить ивентовскую пчелку без стар-печеньки? Ну вот, ребята, вот такой вот сложненький вопрос был. Я думаю, что вы справились с этим заданием. Можно даже без стар-печеньки сделать любую ивентовскую пчелку одаренной с помощью одного предмета. Что это за предмет, ребят? Я попрошу вас написать об этом предмете в комментариях, если вы вдруг знаете. Следующие 5 заданий будут связаны с визуальной памятью. Сейчас, ребят, вы на экране увидите 3 Gingerbread мишек, и вам надо будет определить, кто из них настоящий мишка. Самые внимательные игроки Bitfarm симулятора, я думаю, заметили, что у Мишки румянец красного цвета и у него нету пояса, как у первого и второго медвежонка на картинке. Получается, что 3-й вариант был правильный. А теперь, ребят, я предлагаю вам внимательно посмотреть на следующие картинки. Попробуй вспомнить, что изображено на предмете с названием Field Ice. Ну и ну, ребят, мне кажется, вопрос получился слишком сложный. Я даже сам не мог различить, какой из них настоящий. В следующем задании вам предстоит выбрать муравья, которого не существует. Найди фейка. Ну что, ребят, получилось угадать, какого муравья не было. А теперь, ребят, очень сложный вопрос. Вам нужно угадать, какого яйца не было вообще никогда в игре. Если кто-то не в курсе, то первое яйцо – это яйцо пластиковое, которое использовалось на одном из прошлых ивентов. Ну и сейчас мы, ребята, переходим к последнему вопросу. Как вы в курсе, за мои квесты вы можете получить очень редкий предмет. Он называется Транслятор. Ее, ребята, используют в игре для того, чтобы получить доступ к новым персонажам и забирать новые квесты. Вопрос: кому лучше дать самый первый Транслятор? Ну вот и закончились мои задания. Эх, жаль, я бы еще позадавал вам крутых таких интересных вопросиков. Но мне пора идти, ребят. Если вы хотите еще подобной рубрики, поддержите это видео лайками, канал подписками. И тогда, думаю, в скором времени мы с вами опять встретимся. До скорой встречи. Всем пока.